Верене ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Шевелись, плотва! Тикай в лес и сиди тихо, пока я не позову, ясно? Да, да. Шевелись ты! Thank you.
Она еще стара. Хватит тебе. Чтобы мне баба водки залила. Ей говорю. А вам чего? Кто сейчас правит на этих землях? Так барон. Он чей, темерский или нильфгаардский? Свой собственный. Война идет. У кого силы и люди, тот землю и берет. А что это вы все расспрашиваете? Ты Генрик. Нет. Нечего с ним разговаривать, потом хлопот не оберешься. Бывайте. Домой пора. Вот напьюсь, тогда и пойдем. Я ищу одного человека. Зовется Генриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь, водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Нилфы, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Вхожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. А дочку, должно быть, спрятал. Всегда их успевают запрятать, сучьи дети. Дурень-то, думал, что меня перехитрил. А что, нет? А я мелкого говнюка резанул так, аж юшка из носа пошла. Все вместе! Танцуем? Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Генрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Генрик? Он живет в селе Вересковке.
что-то не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадают. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. Давай, ботва! Не торопись! Давай, ботва! Все. Говорят, под Визимой целые деревни осмысли стать канавалы эти. Больных шлемы. Боги им такого не простят.
Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Подходи прочь! Не подходи прочь! Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Хаты не разграблены. Здесь не разбойники побывали.
Хата выглядит так, как будто мгновение назад здесь кто-то был. Что бы ни случилось с жителями, это произошло очень быстро. Не бейте, сударь! Я ничего не сделал! Не бейте, сударь! Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа.
ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Почетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Пошла. Thank you.
Ох, гнусный же ты! Пожалею, что тебя мать на свет родила. По зеркам его, сукина сына! Ты не шел, как приворез! Гнездо гулей, надо его уничтожить. Thank you.
Иди, иди сюда. Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Но! Гнездо гулей, надо его уничтожить. Но! Вперед, плотва! Сразись со мной! Выходи! Сойдемся в поединке! Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю! Я Ронмит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу, у меня еще 99 боев останется. А почему ты хочешь драться именно со мной?
Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. Хм. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Довольно! Пощады! Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова... Возвращайся к Деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Давай, плотва. Режьте детей. Запирайте двери. Скорее. Это он, барон. Людей перерезал. Прощайся с жизнью. Гади, плотва. Стой! Кто идет? Барон у себя? А тебе что? Дело есть. Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчме на распутье. Таким, как ты, сюда хода нет. Здесь не пройти. Надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Только дряхлый старичок от меня не бежит. Мое почтение. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Староват я бегать. Да и что ты мне сделаешь? Убьешь? Воля твоя, мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так... Пускать уже нечего. Ты давно тут живешь? Хм. Ну, с рождения.
почитай, 70 весен будет. И, наверное, все тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно, только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Будь по-твоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах еще старый владетель правил, пропал подмастерье кузнеца. Всей деревни его искали, но тщетно. Наконец нашли ребятенка. В реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владетеля, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятенка на северо-запад отсюда? Поставили часовенку. Выходит, и вход там неподалеку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идет, пока не дойдешь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдешь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовенка-то и будет. Направо за мостом, потом еще раз направо. Я найду, спасибо. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Но! Погоди, плотва. Держи. Пошла. Вот и вход. Похоже, придется искупаться. Значит, вход где-то рядом. Thank you.
близко. Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. А, привет, защитник угнетенных. Быстро новости расходятся. А то. Я как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить. Или, по крайней мере, высечь. А потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Такой может мне пригодиться. Может пригодиться? Для чего? Вот, пожалуйста, хорошие отношения. Сразу видно, что мы сможем договориться. Прошу, только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и буду думать. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтест уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. Да чё здоровье теперь пьёт, верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичьё меня зовёт Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичьё меня зовёт Мясником из Блавикина. Я знаю, кто ты. Мы только поэтому и разговариваем. Как тебе велен? Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. Надо помочь.
можешь слезать! Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Хм. Неплохая мысль. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет, то есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во, и зубы большущие. И весь он был ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Можно выходить. Ну ты храбрая. Даже мой дядька так. О, здорово их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или, скорее, кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Нога оторвана. Или, скорее, кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе?
Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны? Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Месте? Все! Значит, где-то рядом есть люди. Как ты их порубила? Вот волчий король обозлится. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего.
Это Ярон. Мы возвращались из подлесья. И это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Что стало с той девочкой, которая с ней пришла? С Греткой? Ничего, она здесь. Помогает на кухне вон. Мне не хотелось ее домой отсылать после того, что Цири рассказала о ее родителях. Тут у нее и стол, и дом. Не пропадет. А что с Цири? Я же тебе сказал, это совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Никаких, кроме моего слова. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последние новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика, вот они из-под земли достанут, а человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса, полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Да какие там враги? Мужичье всякое там, недоебки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться,
Давно уже червей кормят. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Да все было как обычно. Мужики раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там еще какую девоньку. Но веление — это обычное дело. А мои женщины... Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит, в таком? У них тут было все, что душа пожелает. Перепелки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из Тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам не докучали? Не, они те еще разбойники, но свое место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел, или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно дверь открывать.